Привет, у нас вторник, а это значит, да, а это значит, что мы как, что мы все, а вам-то пишут, Любовь Степановну, поздравляем, они выучили ваше имя и фамилию, пишут так, имя и фамилия, имя и фамилия, короче, ребята, всем назло, как вы очень любите, мы снимаем очередной тафель. Любовь Степановна, вы просили не говорить, но я сказала. Еще вот такой вот стульчик нашла она на улице. И еще вот такое вот ведро. И давайте, напишите еще раз, кто там по берушке. Здесь мы собираем, ну не мы, Любовь Степановна собирает бутылки, которые потом успешно сдаст. Ага, уже здесь, это здесь было? Да, это было, это стафеля. Ого, вы отлили себе моющую. Это Слава мне принесла. А, Слава. Ну, я ж... Так, смотрим, что это такое? Паштет это колбаса? Что-то... Паштет колбаса. Какая-то. Паштет колбаса. Это куриная. Куриная. Потому что... Дальше этот... Апельсинчики, мандаринчики. Подождите, вы так быстро всего накладываете? Булочки. Макароны. Хлебушек. 2 килограмма, наверное. Хлеб. Брюссельская капуста, очень много ее. Лук белый. Это с прошлого раза остался. Кто это? Кабачок. А что он там, блядь? Все. Еще вытащила. Все. Все? В рюкзаке the end. Дальше идет багет какой-то, не знаю, палочки, печенье. Нет, это же это подарки. Не то, это подарки, подождите. Как подарки? Это подарок. Вот так, чей подарок? Вот так, подарок для участников стафеля. Вы вставляете стафель. В смысле, а что, мы его не будем смотреть? Мы будем смотреть, но это подарком идет. А, отдельно? Ну, давайте. Так вам дали все-таки подарок? Подарки будут в понедельник, но это сегодня почему-то дали. Николаевич. У нас тоже уже считается праздник следующего года. Дальше это набор салата. Вторая салата. Йогурты это какие-то. Тоже салатик какой-то. Много капусты. Так. Не знаю, что это. Это спаржа. Спаржа, капуста. Капуста уже подгуляла. Я вам не буду показывать, вот в пакете много капусты. Ну, да. Хорошая капуста. Берем не горошек. Ого, нормально капуста. А вы говорите, прям зелени не дали. Это я зелень сама брала. Ну, так правильно. Правильно. Потому что нечего. Зелень это взять. Хорошо. Вот такая вот зелень. Еще брюссельская капуста. Да. Так и куда вы ее девать будете? А вы вообще что, не будете кушать ее? Порося нарисовано. Что непонятно? Порося. Давайте, можно открыть по нему? Конечно, можно. Да там поросенок нарисован. Что это по запаху? Она не похожа на то, давай. Сейчас будем... Что у меня в последнее время не фокусируется на камере. Или не будем. Где нарисовано поросе? Сбоку. Подожди. Вы знаете, как... Ну, постучи. Об стену, постучите. Мне просто интересно, что... Зачем ты сюда? Ну, я мстить буду. Так, между прочим, тут надо приложить усилия, чтобы постучать. Любят постучать! А еще могу петь. Ой, это паштет какой-то. Ой, у вас такой... Этот вам как? Оно не очень? Это печёночный паштет. Ну, печёнка. Ну, вот на это... сегодня у нас такой был тафель. Ну, все, сегодня. Да, 4 часа простояла Любовь. Ты Любовь, правда? Мы же не говорим. Да. Куда он ставит? Туда? Так что да. Так? Вот. А подарок? А подарок что? Смотрите, салата. Вот это я сама набрала этих салатов, чтобы вам был салат. Это, а там не контролируют сколько? Нет, он не контролирует. Ну, я так понимаю, что это уже... Тут на первое супик варить только с него. Да, только супик с него варить. А это Анечка. Смотри. Это подарок. Это какой-то. Подарок уже идет. Печенье. Да, вы не видите, еще печенье.
Еще печенье. Даже киндер есть, ребята. Киндер. Да, еще печенье. Печенье много. Капризон, сок даже. Вау. Сок. Конфетки. Любовь. И... киндер, ребята. Киндер. Вот. Представляете? Вот, вот такой вот. Ну, молодцы. Ну, да? Сделали, ну вот, те, у кого есть дети, например, конечно, классно получат вот эти любимые всех детей. Харибо, капризон, палочки, да. Киндер, в конце концов. Да. Такой класс. Конфетки, жвачечки. А это? Ну, какие-то, как у этих, кукурузные, палочки. Палочки, да? Кукурузные, да. Ну вот, все, что мы получили. Да, в общем, мы вчера были на нашей квартире. Немножко старались убрать там. Выставили все, что нам нужно, чтобы вывезли в коридор. Тягали как могли. Я не знаю, я снимала видео, да. Но я не знаю, выставлять его или нет. Потому как что? Я думаю, что это, не знаю, как-то это может это неправильно не будет. Да, потом мне опять напишут, да, что ты выставляешь? Для оливье очень хорошо морковка с горошком уже готова. Где горошек? Вот. Так они так и берут. Так это не наборы, да, у них. Это не суп, это просто набор. А вы все мечтаете про оливье, да? А это вишня уже или черешня? Вишня, наверное. Ну, наверное, такое, как я добавлю. Покажи. Ну, она какая-то большая. Нет, это уже вишня. На вишню все больше. Это называется вишня. Ну, это вот йогурт. Черешня на букву К начинается, а это уже, походу, вишня. Ну, вот смотри, 22-11 22-го закончилось, уже все. Уже просрочка идет. А это 19-12. Это еще не просрочено, да? Ну, да. 13-12. А это просроченное. 22-11. Вот это просрочка уже здесь. А эти? 5-12. Так что, ребята? Срок. А это? В очередной раз благодарим Германию за тафель. Там, конечно, пишите вы плохие комментарии. Но мы на них не обращаем внимания, потому что, ну, хейтеры они всегда были и будут. Есть и хорошие люди, и вам большой привет. Так что... будем рады подписке и лайку. Всем пока и хорошего вам настроения. И главное, мирного неба над головой. Пока.